Простой и доступный электрический чайник из нержавейки для дома, офиса или дачи. Сегодня знакомимся с электрическим чайником от производителя Starwind. Модель SKS-1050. Рассмотрим его подробнее. Комплектация стандартная. Чайник, подставка, инструкция и гарантийный талон. Корпус сделан из нержавеющей стали и пластика. Ручка выполнена из термостойкого пластика и не нагревается при кипячении. На ней расположена кнопка включения. Пластиковая крышка внутри покрыта нержавейкой, что предотвращает прямой контакт пара с пластиком. Открывается она нажатием кнопки, расположенной на ней же. На корпусе под названием бренда находится красный индикатор работы прибора. Следить за количеством воды не очень удобно. Мерная шкала находится внутри чайника. Максимальный объем устройства 1 литр 80 мл. Этого хватит примерно на 9 кружек чая. Мощности 1500 ватт вполне достаточно для такого объема. Воду можно заливать через широкий носик. Фильтр от накипи здесь не предусмотрен. Как и все современные чайники, он вращается на подставке на 360 градусов. Прибор автоматически отключается при закипании. Он также оснащен защитой от перегрева. Чайник отключится, если в нем нет воды или ее мало. Что касается обслуживания, производитель рекомендует очищать чайник мягкой влажной тканью и вытирать насухо. Для удаления накипи лучше использовать раствор лимонной кислоты. Чайник Starwind SKS-1050 – простое устройство, которое подойдет для использования дома, в офисе или на даче. Корпус сделан из долговечной и безопасной нержавеющей стали, а объема 1,8 литра хватит на чаепитие большой компании.